Так, Александр, поздравляем с победой. Первый четвертьфинал, уверенная победа, счет 7-2 против команды РТУ. Пожалуйста, комментарий к этой игре. Спасибо за поздравления, если вы поздравили. Задумался. Ну, скажу, готовились к этой игре, да, я думаю, по игре было видно. Может, по счету может показаться, что игра была для нас довольно легкая. Я бы так не сказал, скажем, при счете 4-0, да, нужно очень, скажем, концентрацию в каждом моменте, да, делать, как бы. Ребята с этой задачей, скажем, справились, поэтому вроде по счету получилось довольно, как бы, просто. Но по самым моментам с игры, я думаю, где-то могли бы упустить нить, было бы не так просто, да. Поэтому задачи справились, то, что мы готовились, скажем, перед игрой попросил ребят больше бить, Валера очень хорошо это получилось, скажем, я думаю, там 50% того, что он ударил, как раз-таки оказалось в воротах. Для него это, я думаю, хороший такой толчок, я думаю, поверить в свои силы теперь окончательно. Ну, желаю ему удачи, как и всей команде нашей. Именно так. Валера первый раз, по-моему, в нашем чемпионате. Он забивает 5 мячей в одном матче. И как лидер команды он реально это показал, кто есть кто. Ну и, конечно, соперник не реализовал свои моменты, не смог преломить ход встречи против вас. И, соответственно, желаем успеха во второй встрече против команды РТУ. Спасибо большое. И хочу пожелать также РТУ, чтобы у нас получилась игра, скажем, чуть покрасочнее, наверное, да, в последние там минуты мы, скажем, доигрывали, да. Надеюсь, что с интригой будет второй матч, скажем так, для зрителей будет интереснее. Спасибо.